Привет, друзья! Я Дарья Поздняк, и сегодня мы рисуем с вами еще одну маг-карту. Я обозначила формат. Сегодня карту буду рисовать горизонтально, так видео лучше помещается, но вообще карта будет вертикальная. Может быть, в конце я ее разверну, и тогда мы чуть-чуть ее доработаем. Так, сейчас я попробую карандашом нарисовать. Это уже не очень легко, не очень просто понять, как это должно быть. Здесь у меня какая-то идея хоровода. У меня еще есть такое условие для себя самой, что я ни у кого идеи не подсматриваю, картинки не срисовываю. Я стараюсь рисовать именно то, что я вижу сама, и на этом, только на этом основываться. Буду для вас болтать, как всегда. Про что мне болтать для вас сегодня? Сейчас я самое сложное сделаю, отрисую рисунок. И потом что-нибудь вам расскажу. Так, если у меня будет... Так. И здесь у меня вот тут маленькое расстояние очень получилось. Сейчас, если это рукавчик, вот это ручка, да, это придется передвигать. Так, если это ручка, это вторая ручка. Здесь просто ручка короткая получилась. Вот так. Так, и у нас осталось здесь чуть-чуть выгнутие надо сделать. Чуть-чуть. Я вообще не знаю, может быть, я обведу линером, но тогда потом у меня будет растекаться, и это бы тоже не очень бы хотела. Так, опять ручки очень длинные у меня получаются, очень длинные ручки. Ну ничего. Так, вот так рукавчик.
же мне вот это надо передвинуть? Так, вот так. И я бы хотела, наверное, сразу залить акварелью, потом что-то залить или линером ввести, но тогда растечется. У меня такого, чтобы не растекался, по-моему, нет. Или есть. Ладно, начнем сразу акварелить. Акварелить. Что там вам видно? Вам видно. Окей. Мне для создания карт нравится именно акварель. Именно в ней я вижу вот эту вот свободу. Я сегодня вырвала листик из блокнота, потому что, ну, во-первых, он уже последний все равно. И потом вот бумага намокая, она, конечно, оттопыривается и начинает из фокуса уходить. Не очень приятно. Я, возможно, в дальнейшем придумаю как-то, как мне закреплять. Сейчас у меня задача только одна. Делать карты почаще, прям делать, снимать видео, в этот же день выкладывать видеопроцесс везде, в Ютубе, в соцсетях, такая самая главная задача. А остальное, я думаю, все подтянется. Так, моя любимая индиго. Индижечка. Индижатина. Ну что, попробуем. Ну как, страшно вам, что я сейчас тут все мазну и испорчу? Как вы себя чувствуете? Он потекло. Как вам это свинство, которое я тут развела? Это индиго, я сейчас увидела, это индиго Ван Гог, она посветлее питерской. Она такая более светлая. Почему-то в этой коробке у меня вангоговская индиго. Надо будет, конечно, через какое-то время сесть и озадачиться тем, чтобы перебрать тут все красочки, что-то додавить. Но также у меня есть некоторые сомнения, что сами тюбики с красками акварельными уехали в Геленджик. Есть такое сомнение. Потому что за прошлый год я несколько раз как будто бы переезжала. То есть у меня был такой хаос, непонятно, где я буду больше времени проходить, и что вроде бы я не рисую, а в Геленджике вроде бы больше возможностей для этого. И у меня очень странно вещи распределились, и мой ноутбук уехал в Геленджик. И вот все вот это вот так все происходит, что сейчас на самом деле непонятно. Так, я сделала фон. Теперь мне нужно, чтобы это супер сильно везде тут не затекало. Мне все-таки эту часть сырости нужно выбрать. Я беру кисточку, которую я отжала у салфетку. Вот. И на нее просто выбираю вот так излишки. Выбираю, потому что очень много воды, она не высохнет сама. Вот очень долго сохнуть, и в процессе, скорее всего, где-то затечет на мое изображение, потому что ее очень много получилось. Но я стараюсь сами разводы, сами растеки красивые не нарушать, то есть выбирать именно в тех местах, где прям висит капля, и тык-тык там не шмурыгать, не портить рисунок. То есть выбрала лишнее и ушла. Вот.
Так, теперь, когда я выбрала, теперь мне как бы надо к этим людям, к фрагментам нужно подойти. Уже аккуратно силуэт красивый сделать. Я беру чистую кисточку, промакиваю ее, чтобы она была почти сухой. И пошла вот здесь вот смачивать край, чтобы он не был резким. Где-то он уже подсох, где-то еще нет. Там, где можно его смягчить, я его смягчаю и довожу до. То есть прохожусь по силуэту, делаю более осознанно. То есть у меня так случайно натекло. Я сейчас эти случайности превращаю в продуманность. В принципе, если мне нужно было бы больше времени для этого, более кропотливо сделать, я бы могла бумагу изначально подмочить с той стороны, с обратной. И тогда сейчас у меня было бы больше времени до того момента, как тут все высохнет. В принципе, у меня все неплохо. Вот тут вот немножко затекло. Сейчас вам покажу, как выбрать. Я беру салфеточку, чистый край, сухой, из него формирую такую узкую штучку, которую можно будет точечно приложиться. И прикладываю в то место, что мне надо. Вот, и видите, у меня вот здесь салфетка стала синей, а здесь пропала грязь в нужном мне месте. Еще одну штучку делаю, еще промакиваю. Хлопковой бумаги, хотя у меня здесь не хлопок. У меня здесь синтетика, но она хорошего качества. Тут мой красненький блокнот Букинфорд, у которого нет фактуры акварельной. Он мне очень нравится. Так, смотрю капли, где еще у меня висят капли. Вот эти. Можно чуть-чуть подвыбрать. Индиго такой ядреный цвет, поэтому у меня сейчас тут немножко подсыхает. Я пойду помою кисть, сменю воду, потому что такой водой нельзя, конечно, ничего будет другого заливать, других цветов. И вернусь, и мы продолжим.
Я сейчас из чистой воды хочу залить фон внутри, а потом только, когда высохнет, мы пройдемся линером, прорисуем детали и, может быть, где-то чуть-чуть добавим капельку цвета. А может и не добавим, посмотрим. Так, я хочу... сделать спираль. Сделать спиральку. Так, но она очень быстро высыхает. И я не вижу ее здесь. Так, спираль. Берем цвет. И быстренько, пока все это не высохло, быстренько ее сгоняем. Разгоняем. Так, и дальше разгоняем. Так, тут мы нет задачи, чтобы этот бирюзовый сюда поплыл, но в то же время часть белых хочется перекрыть. Вот. А спиралька у нас... В спиральке тоже воды очень много, сохнуть будет очень долго. Если мы из нее часть воды выберем, и добавим кое-где пигментик.
Давайте доведем. Возьму маленькую кисть, возьму на нее воду, но немного буду отжимать. И давайте используем то, что этот линер растекается. Используем это нам в плюс. Создадим объем. Да, есть смысл мне этих линеров, наверное, купить еще несколько, не только для обводки, а именно, чтобы вот их потом вот так вот применять, потому что мне нравится. И дальше пойдем водичкой. Ой, так мне нравится этот эффект акварельного линера. Так, помните, мы тут эти рукавчики поправили. Надо же их совершить. Так. Угу. Так, вот здесь ботиночки надо еще сделать. Цветными. Вот, отличненько. Проверяем, все ли я нарисовала. Еще одни туфельки вот здесь вот. Все равно цвет линера, цвет испачкать и сделать темнее, поэтому все, друзья. Карта готова. Вот так у нас получилось. Как вы думаете, что это за карта? Что бы вы подумали, если бы вы вытащили ее в колоде? Как вы думаете? Вот здесь косячок нашел, сейчас поправлю. Так, беру влажную кисточку. И вот здесь этот край фона размываю, мочу немножко вокруг, и где-то у нас эта дига, пока не высохла, немножко добавляю. Все, еще закрыто.
Высохнет, сравняется. Все, друзья, карта готова. А с вами была Дарья Поздняк. И до новых встреч. Напишите обязательно под видео, как вам эта карта, чтобы вы подумали. А я всех обнимаю и до новых встреч.